Здорово, карпятники, с вами команда Carp Today, меня зовут Ерохин Антон, и мы продолжаем отвечать на часто задаваемые вопросы. В последнее время почему-то посыпалось большое количество вопросов, связанных с тем, что, Антон, расскажи, какими ПВА материалами ты пользуешься, что ты можешь порекомендовать, и, ну, не знаю, начинающим, и, может, кто-то не начинающий пишет карпятники. И вот я подумал, почему бы не показать, что у меня в ассортименте, чем я пользуюсь и как я это применяю. В последнее время я использую исключительно ПВА-плунжеры от компании Корда, всего в двух диаметрах. Один это, по-моему, 14 мм, и другой большой такой 35 мм. Я сейчас подробно расскажу, почему именно эти два диаметра, почему я не использую, например, промежуточный диаметр 20-25 мм. Хотя и такой тоже есть в арсенале, и кто-то им пользуется успешно. Но сначала немножечко о самих тубусах. Они идут вот в таком пластиковом контейнере, который защищает вашу ПВА-сетку от того, чтобы внутрь попадала влага, и благодаря этому, соответственно, ваша ПВА-сетка никогда не намокнет и будет служить вам верой и правдой. Здесь такой очень удобный механизм, который накручивается, не знаю, важно или нет. Кстати, небольшой вот момент, которым я очень лично доволен. Раньше я использовал для того, чтобы перевозить все плунжеры в отдельной какой-то сумке. Сумка это была в сумке. Но сейчас я использую сумку от компании Корда. И обратите внимание, какое интересное у них решение. На переднем, одном из передних карманов здесь есть, Эдик смотрит внимательно, мне кажется, он сам об этом не знал. Здесь есть такие вот три отсека, куда, соответственно, можно поместить три плунжера. Причем они сделаны как раз разной толщины. Сюда можно вставить вот широкий, сюда можно вставить узкий и совсем маленький. В принципе, три плунжера под как раз размеры компании Cord здесь умещаются. Плюс здесь есть еще кармашек, куда вы можете убрать, например, ваши ПВА-пакеты. Они здесь были. Ага, ПВА-пакеты у меня здесь ездят вот здесь. Но теперь они будут ездить в другом месте. Я почему-то раньше этот кармашек как-то не замечал. Но теперь, смотрите, можно убрать сюда ПВА-пакеты. И сюда, на самом деле, еще спокойно вмещается запасная сетка. Либо в этот карман, либо просто вот сюда накидать. И это, на самом деле, очень удобно, потому что теперь я просто точно знаю, где у меня сразу все находится. Я приезжаю на сессию, открываю кармашек, достаю мне необходимые плунжеры, и все очень удобно. Да и сама сумка, в принципе, мне подходит. И очень, в принципе, нравится, потому что вот здесь есть карман сбоку, где вы можете хранить различные совки, какие-то запасные инструменты. Кстати, вот этот карман остальной предназначен для того, чтобы здесь можно было хранить ваши гаджеты. Здесь есть выход, видите, специальный для провода, чтобы вы могли хранить там пауэрбанк и при необходимости подзаряжать ваши какие-то аккумуляторы. Вообще здесь со всех четырех карманов есть, со всех четырех сторон есть кармашки, что тоже очень удобно. Вот видите, со всех четырех сторон. И есть один большой вместительный отсек, в который я могу поместить все, что мне необходимо для монтажа оснастки. Плюс еще есть вот такой вот карман. Ну ладно, это было небольшое отступление, но сумка действительно очень крутая, и я всем ее рекомендую, ссылочку оставлю в описании, как обычно. Так вот, почему я использую только два таких диаметра? Мне они закрывают всю потребность. Начнем с маленького. Маленький плунжер 14 мм хорош тем, что, во-первых, вы можете сделать вот такие вот микростики. Микростики для дальнего заброса. Это как раз хорошо с точки зрения того, когда вам нужно быть уверенным в том, что у вас оснастка не перепутается, при этом вам нужно отправить ее очень далеко. Поэтому я делаю вот такие стики. Но если у меня, например, какая-то есть средняя дистанция, мне ничего не мешает сделать стик просто побольше, ну, длиной, например, где-нибудь 7-8 сантиметров, и этого будет достаточно для того, чтобы была какая-то немножко больше поддержка для вашей насадки, да, чтобы стик выполнял не только роль перехлеста вашего волоса о крючок или зацепа за литкор, но и была какая-то поддержка. Как в данном случае, например, мы только забросили с ПВА-стиком и сразу же поймали рыбу. Поэтому именно поэтому я не использую 25 мм, потому что мне достаточно, в принципе, из 14 мм сделать вот такой вот побольше стик, и этого будет вполне мне хватать. Вы спросите, Антон, а зачем тебе тогда вот такая вот большая дура 35-мм, где ты ее используешь? Я использую ее в двух случаях. Во-первых, когда я ловлю очень на близких дистанциях. И, во-вторых, когда мне лень просто возиться с ПВА-пакетами и проще сделать что-то все в плунжере. Потому что вместительность, на самом деле, этой сетки, она очень большая. То есть вы можете сделать хороший такой стик. Вот я сейчас на примере Мэдкарпа покажу, какие варианты, на примере Бойлов Мэдкарп, я покажу, какие варианты я часто использую. Например, на трофейной ловле мы делали такой вот небольшой ПВА мешочек, я засыпаю несколько бойлов вниз, спускаю просто плунжер, ничего не утрамбовываю, делаю вот такую вот конфетку,
И у меня получается, немножко неаккуратно сделал, вот такая вот, вот такой вот приятный комочек, который можно совместить с вашей, а на меня упал какой-то огромный лист, можно совместить с вашей уже насадкой. И в чем здесь плюс именно в трофейной ловле, вот такого вот создания, такого стика? Потому что, во-первых, вы при приводнении вашего поводка немножечко его обезопасиваете от того, чтобы он запутался. А во-вторых, у вас есть какая-то небольшая, но поддержка рядом с вашим, с вашей насадкой. Потому что если вы сделаете стик из сыпучей прикормки и оставите его, то с большой вероятностью его очень быстро раздолбит какая-нибудь белая рыба или какой-нибудь мелкий карп, и фактически насадка у вас останется, ну, без какой-то поддержки. А здесь вы вроде как бы и даете какую-то небольшую поддержку вашей насадке, и при этом еще увеличиваете шанс того, что ваша оснастка не перехлестнется. И, в принципе, в заброс такой вариант тоже нормальный. Но если вы хотите ловить на близких дистанциях, если вы ловите в спорте, то, конечно же, с такой ПВА-сеткой можно сделать и достаточно большой стик. То есть вы либо берете какую-то готовую прикормочную смесь, готовый стик-микс, либо можете его сами наделать спокойно, добавив сюда и крушеных бойлов, как сейчас я сделаю, да, добавив сюда и пелец различного диаметра. Потому что все-таки в диаметр 14 или в диаметр даже 20 мм фактически засунуть какой-нибудь пелец или цельные бойлы или, не знаю, какой-нибудь еще ингредиент достаточно трудно. А здесь вы можете совместить, добавив и крошку, и пелец, и добавить прямо целые горсти бойлов, причем можно добавить как 14, так и 20 там миллиметров, это не имеет никакой разницы. Здесь вы уже можете немножечко притрамбовать, и у вас получается, вот смотрите, уже какая конфета. У вас уже получается достаточно большая конфета, которую вы можете уже и забросить на какие-то ближние дистанции, либо просто положить в завоз. Опять же, обратите внимание, какой здесь объем, он достаточно большой. В принципе, это объем, соизмеримый с созданием какого-нибудь там вместительного ПВА пакета. Чем еще мне нравятся эти плунжеры, то что у них есть здесь ребра жесткости, есть уверенная такая ручка. С чем им это важно? Это важно с точки зрения того, что вот эти плунжеры бывают компании, у которых они сделаны очень хлипко, и, к сожалению, происходит часто поломка. Здесь, смотрите, сделаны везде ребра жесткости, и как бы я сильно не хотел утрамбовать, я еще ни разу за всю историю использования этого плунжера, что большого, что маленького, не было такого, чтобы я сломал плунжер. Или, вот тоже важный момент, качество вот этого пластика. Оно тоже очень важно, потому что бывают истории, когда вот этот пластик со временем начинает откалываться, скалываться, и это тоже мешает вашей ловле. Поэтому вот такие плунжеры я могу смело рекомендовать. Ссылочку мы оставим на них в описании. Но не только, конечно же, я богат ПВА пакетами. Я еще использую не только ПВА плунжерами я богат, но я еще и богат и ПВА пакетами, которые я убрал как раз тот самый карман, который забыл уже. А, вот я вспомнил, куда я убрал это. Вот. Я в последнее время использую пакеты ESP. Они бывают в разных диаметрах, в разных размерах. Они бывают как перфорированные, так и не перфорированные. Ну, что значит перфорированные? Это то, что в них есть определенные насечки, и это лучше такие проколы. Это лучше сделано для того, что когда ваш ПВА-пакет приводняется, он не создает эффект так называемого парашюта, когда он остается на поверхности и медленно падает, приводняется, потом он растворяется, и вся как бы прикормка осыпается. То есть, если у вас пакет не перфорированный, то можете взять иглу обычную, которую монтажную, которую вы делаете в вашей оснастке, и перед тем, как уже непосредственно отправить пакет в воду, вы можете сделать много дырочек, тогда вода сразу набирается в пакет, и он сразу же приводняется на дно. Поэтому я рассказал все, что я мог рассказать о ПВА-плунжерах и ПВА-материалах, которыми я пользуюсь. Конечно же, я еще использую обязательно ПВА-ленты, ПВА-нити, в частности, ну не ПВА-нити, ПВА, этот волос мягкий, ПВА-лент у меня, к сожалению, на этой короткой сессии с собой нету, поэтому показать ее не могу, но я тоже их использую. Вот, что касается качества сетки корда меня устраивает полностью. Чем оно нравится, чем я тестировал много очень разных сеток, нравится мне эта сетка тем, что она не тянется. Я не люблю сетки, которые, когда вы затягиваете, они имеют такую очень эластичную структуру, и в этом случае сделать очень сложно, скажем так, ну, плотный стик. Здесь, видите, вот, если вы пытаетесь растянуть, эта сетка не тянется, у нее нет вот этой возможности тягучести, поэтому стик всегда можно сделать очень плотный
и надежные. Вот такие вот мои рекомендации, мои советы. Как всегда, никому ни к чему не призываю, не навязываю. Просто делимся опытом. Если вам нравятся подобные видео, где мы рассказываем то, о чем мы пользуемся, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте переходить в Телеграм и в Инстаграм. Там куча интересного контента, который вы не найдете на этом канале YouTube. Поэтому переходите, ссылочка в описании. И оставляйте ваши комментарии, о чем нам еще рассказать в следующих видео. Тигр Car Today, всегда с вами.